Абортов в Кировской области стало меньше. Данные статистики за последние 10 лет озвучила глава департамента здравоохранения Елена Утемова. Если в 2003 году число подобных операций в области составило 19 тысяч, то в 2012 году количество абортов сократилось в полтора раза. Однако, если сопоставить цифры с количеством рожденных малышей, статистика выглядит не такой уж и утешительной, отмечает сама Утемова. В прошлом году на 16 тысяч новорожденных пришлось 12 тысяч абортов. В борьбе за детские жизни медики регулярно проводят просветительские мероприятия и даже флешмобы. Практически во всех женских консультациях в прошлом году открылись кризисные центры. Здесь женщины, попавшие в сложное положение, могут узнать о мерах юридической и социальной поддержки. Еще одна новая мера – введение так называемой «недели тишины». Это время дается на принятие взвешенного решения. И еще мне также хотелось бы обратиться к нашим женщинам. Очень важный момент. Иногда женщина принимает это решение самостоятельно и единолично. Все-таки любой малыш – это, ну, желание двух людей. Я думаю, что обязательно надо поделиться со своим любимым человеком, мужем, другом и так далее. И во многих ситуациях вопрос будет решен совершенно иначе.